Всем привет! И вы попали на мой канал ПКСД Мила. У нас тут новое обновление ПКСД. Что нового? Для всех тусовщиков. Устрои вечеринку в вселенной ПКСД или сходи на вечеринку друзей. Приходи на вечеринку прямо с телефона. Приглашай друзей. Смотрите, как круто! Новая жительница. В ПКСД появилась ПКСД Боргови какая-то. Не очень английский, вот только она не помнит, кто или что она такая. Помоги ей разобраться в устройстве этой вселенной. Прокачивайся в КСТ, собирай очки в заданиях, дом, образ жизни и питомцы. Повышай уровень, ты получишь реликвии за каждый пройденный уровень, помогая раскрыть тайну по КСТ. Смотрите, какое у нас крутое новое обновление вышло, вообще так прикольненько. Вау, смотрите, только у меня почему-то не открылось еще это вот. Приложение? Ну ладно. Так, давайте послушаем сейчас. Это, наверное, наша та жительница. Мой новый дом. Ну, как всегда. Такое у нас крутое обновление вышло. Ну, прикольно. Ну, вот почему у меня не открывается это приложение? Скажите, вот оно. Ну, зато у нас вышла новая вечеринка. Вот, смотрите, как прикольно. Можно создать свою вечеринку. Круто. Или свою вечеринку создать. Прикольненько, мне нравится такое обновление, прикольно. Вот, и так, у нас тут еще секретная коробочка новая, давайте ее соберем сейчас. Давайте взлетаем. Вот, сейчас мы ее уже соберем, давайте собирать ее, так. И тут у нас целый один алматик, спасибо, очень много. Идти дальше, так, и давайте попробуем устроить свою вечеринку, так. Вот, создадим сейчас свою вечеринку, отправить приглашение, да. Вот, сейчас всем отправим приглашение и устроим клевую вечеринку. Так, загрузочка. И вот наш дом, и вечеринка, как я понимаю, будет в моем доме. Прикольно, так, прикольно, если я выйду. Давайте попробуем выйти. А, нельзя? Ну ладно, понятно. Так вот, ну и нет, я не буду пока покидать дом. Ну, допустим, у меня тут пока нету игроков, ну ладно. Так, ну, наконец, видео, пожалуйста, подпишись на мой канал, поставь лайк. Пока-пока!